совершенно не режется. Вообще-то из сказки, из тыквы, получалась карета. А я хочу, чтобы у меня получилась голова для Хэллоуина. Пробуем. Страшно. Саш, ты когда-нибудь кем-нибудь на Хэллоуин делался? Я и так страшненький. Не знаешь, даже не надо. А еще когда зубов не было, господи, что ты, что? Только на улицу выходишь, и сразу люди себя конфетами угощают. Бабы, я самый любимый опыт. Бабы? Я же только дебенька, моя сладенькая. Че мне деваться? Рот открыла ее. Уже бега. Эх, этот Хэллоуин, господи, кто же его придумал? Ну разве так это делается? Товарищи, кто знает, пишите письма в редакцию. Что делаю я неправильно? Товарищи, присылайте свои письма. У кого есть правильный ответ на мой вопрос, как делать тыкву для Хэллоуина? Я пока делаю так. Не знаю, правильно это или нет. И зачем вообще мне эту тыкву сюда принесли, я не понимаю. Какая выросла? Что ж такие тыквы-то выращиваете? На убой артистам. Большой артист, большая тыква. Большое плавание. Ну, с Хэллоуином вас, товарищи. Дети, вам на кашу. Забирайте. Вообще, тыква очень полезный. Вообще, овощ, да. Из нее стоит делать каши. В ней можно готовить тоже что-то. В ней самой? Да. А представь, если ее поставить суп на угли. И суп можно. И суп. О, видишь? А тыквенный суп, знаешь, какой классный? Суп-пюре. Очень вкусный. Добрый вечер, дорогие телезрители! А сегодня с вами мы делаем замечательную тыкву для Хэллоуина. Голос мы уже готов для этого праздника. Осталось сделать только голову. До свидания.